21 сентября Институт международных отношений Казанского федерального университета посетил чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации Регина Джонс Босс. Участие во встрече принял проректор по внешним связям Казанского университета Ленар Латыпов. Благодарны, что вы нашли время встретиться с нашими студентами. Это студенты, это значит, это их будущее. Это дипломаты, работники международных компаний. Регина Джонс Босс отметила, что ей очень приятно вновь находиться в Казани, посетить Казанский университет. Свое выступление посол Нидерландов начала с вопроса, адресованного студентам. Она поинтересовалась, что они знают об этом государстве, и рассказала о тесной связи России и Нидерландов. После речи состоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которых студенты задали интересующие их вопросы, связанные с дипломатическими отношениями между Россией и Нидерландами, экономическими связями и многим другим. Questions. We live in difficult times, and it's good to talk about also the difficult things. At the same time, there's many things that connect us between Tatarstan and the Netherlands: culture, business, personal ties, student ties. So I very much like to talk to the students. Стоит отметить, что это уже не первый визит чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов Российской Федерации Регины Джонс Босс. Ранее в КФУ она приезжала в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз.